Игроки из команды «Химок» четко отбивают мяч противников, пока ни одного промаха. Чтобы выступить на областном финале всероссийских соревнований по волейболу, серебряный мяч спортсменки готовились в течение нескольких месяцев. Но у нас были школьные турниры, и вот мы играли там и первое место заняли. Ребята приехали из Каширы, Химок, Домодедово, Краснознаменска. Одинцовский округ представила команда гимназии святителя Василия Великого. Это первый опыт проведения данных мероприятий в Московской области. И сегодня на площадках Одинцова проводится турнир как среди мальчиков, так и девочек. Мальчики играют в волейбольном центре Одинцова, а девушки играют в спортивном зале гимназии Василия Великого. В гимназии уделяют особое внимание спортивной подготовке учащихся. Ребята постоянно участвуют в товарищеских спаррингах и соревнуются с другими школами. Мы являемся федеральной инновационной площадкой Министерства спорта Российской Федерации. И цель данной площадки – это введение волейбола в школьную программу. Победитель соревнований «Серебряный мяч» будет представлять Московскую область на зональном этапе Центрального федерального округа в апреле. Также выигравшие команды получили кубки и грамоты. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».